preparations for the ship departure nearly complete. Be advised, we have reports of possible breaches along the perimeter. We have to cut through here. We can still get on that ship. Take down anything that moves. We can't have them following us. Anymore. There's no way through on the road. If it shoots, I'll take it. Soldiers deserved better than this. The bridge! We have to help them! Down here! There's a way through! Found a heavy weapon. Big and loud. Reloading! Careful! There's one hiding! Вы, блядь. Это похили за... Ой, там был... Понял. А я нажимал. А чё, у меня нету электрошокера, что ли? Ну? Да не, есть три штуки, блин. Я нажимал его. Ну-ка, проверяю. А не, он как-то с задержкой работает, странно. Вот теперь на мой интернет не попиздите. Someone give me full meds, блять. Бля, все хп проебал. Давно не играл. Ну, я как раз размин. Смотри, тут мины. А я как-то прошел, не знаю. Гранатомет. Тебе нужно что-то? Пулемет вот. Ну, я вот оставлю пулемет. Тебе пулеметы нужны? А задание? Не-не-не, у меня задание там ебанутое. А. Гранатометы возьму, пожалуй. Если никому не надо. Не надо. У меня есть, точно. Блин, а чё они ботов не научили это брать? Это слишком сложно. Верментади научили. О, спасибо. Спасибо. А ты медик? Я медик. Бля, вот это медик, понимаю, в команде жесткий. А мне еще прикол, я убиваю 15 зомби, у меня восстанавливается аптечка. А? О-о-о. Вообще в любую часть тела? Ну да, но только быстро. Прикольно. А это не на 25-м у тебя случайно? Я не помню. Там косяк только в том, что это шанс 50%. А. Не, вот они в стриме бегут, я не могу туда спуститься. О, а если я сюда спущусь? Это ты меня напомазал или это Сперк сработал? Нет, не я был.
У меня еще, кстати, когда убиваю 5 зомби, по-моему, или 5, или 10, останавливается этот. Один пистолет от мой Steam. А, то, ну так это ж то же самое. А, нету, аптечка прям, да, тебе дается? Да, прикольно. Да. Ну, правда, шанс, это типа пистолет. Понял. Только пистолет всегда. Хотя, по-моему, там перк есть, по-моему, чтобы пистолет хилил. Разве нет? Да, но я беру на этот. Прикольно. На больше этой хуйни, и чтобы она дольше работала. Вот, видишь, все, у меня птичка появилась, кстати. Прикольно. Все-таки он не такой бесполезный, конечно. Да не, медик вообще топ. Ну, КЗ у вас. Эти, тут микро-ПП. О, микро-ПП это заебок. Я заберу, оно у меня вкачанное. Considering the task, I think it's pretty organized. If we don't get on that ship because of this fuel depot side trip. Let's go. Command, we're moving inside the fuel depot. My team left a cache of explosive charges inside. Bring them up to the tanks. Это мы тебе. У нас три заряда, если чё. А, что у него там? Нет, карабин не надо. I'll look for the explosives. Explosives. Mm-hmm. Аля, на втором этаже. Блин, должны же быть другие, правильно же еще точки? Пулемет, кстати. У меня гранатомет. Где-то мышей слушаю. Здесь мыши. А, вот они. Вот они, вот они. Наверное, гранатометом бахни их. Неплохо. Да, да, вот это стрелок. Он не простреливается. Ворошиловский. Как же он ебошит. О, нормально, бот справился. Блядь, это биг можно слышать. Вот он. Ай, блядь, вонючка. Как меня обоссали. Хоть похили Плейста чардж. Прыгнул. Я думал, он внизу. Блять, с всех сторон ору. Ой-ой-ой. Задание на таранов. Я и забыл. Ага.
Там чел, кстати, помирает. Ну, блядь, я не знаю, а куда на печку не ебал? Уже, блядь, медик. А он тоже медик? Да. А, ну, сам себя попазать может. Оп, моё, изи. Он доделал, что у него была аптечка, куда он его глядел? Можем сразу. Не, я имею в виду этот пистолет там. Ну да. Мол, чё, он пистолет не юзает-то. Он даже тут дамажится. Герои. Я, кстати, у тебя есть пистолет, не? Сейчас бахну. Вот у меня это. О, спасибо. Ой-ой-ой. Ой, меня тут обоссали немножко, надо выходить отсюда как-то. По шприцам ухожу, 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 ухожу. То есть по шприцам можешь прям там бахаться. Шприцом? Ну ты под бустом. Каким шприцом? Ну под бустом. А, да, жалко, что все-таки собьют. И я на похуй, блядь, вообще. Вообще, я так понял, тут у каждого класса есть такая фишка, что типа он на себя щит вешает. Белка точно есть, но надо по головам шмалять. Бля, я не попал в чела? Не, попал. Это хайдер. Это дробовик. These meds will help. I won't forget what you did. Don't shoot. We're okay. Get down here. We got a report of a swamp coming in. The only thing between them and a ship. Интересного есть. Мы не пробьем. Новый дробовик есть. Мы не пробьем, мы нашли нихуя. Бля, был папа, ты где нас? Я штурмовый дробовик забрал. Знаешь, штурмовый дробовик это сань. А чё, блядь? А, всё, нормально. Пиклан. Тут какая-то сложность, я так понял, средняя. Надо среднюю. Да. Что здесь вроде не проблема. Я тут на машину встану и буду резать. Сейчас я буду резать. Тут что-то лежит. Улучшенный ПП. Жека, забирай. Да, я тут нашел этот. Я нашел в этот, блядь, как. Ладно, я заберу. Специально. А-а-а. Блять, не работает мой перк. А, ну, мужики, ну вы лезете или нет? Что, блять, долго, пиздец. А что вот. Это у меня все серое стало? А не сильно?
Ну такое синее, серое какое-то, непонятно. Ну это, возможно, тебе бахнул какой-то наш медик, а у него стоит хуйня на этот. На отъеб. Типа как граната вот эта, которая отъебывается от тебя. А, понял. О, здрасте, мистер Бул. Вы у меня по квесту. Да вот сука! Спиздил у меня Була. Блядь, я-то слышу этот. О, обезврежу! Обезврежу! Эйс. Идут, идут. Ой, блядь, не та пушка. Эмри буя. Аптечку мне дали опять. А? All that practice paid off. Это был? Сзади был. Чё, заебаш? О, не-не-не-не, падать нельзя. Там стримом еще убьет меня. Нам надо же уходить. А, да? Угу. Окей, сейчас выхожу потихоньку. Команд, мы сделали это. Мы в порядке. Ship has reached minimum safety